Блин, так у деда же клад был, и он все время носил с собой карту этого клада, я же могу сейчас ее забрать. Судя по карте, нам нужно идти прямо вот в этот дом. Вот у него тут прямо в доме. Это что такое? Короче, по чеку получилось вот 28 миллионов долларов, 653 гривны и 86 белорусских копеек. Я клад-то не нашла, где же деньги-то такие? Что вы думали, сейчас будет продолжение сюжета? Там бабулька там будет исследовать различные секретные штуки в подвале. Так думали, будет продолжение сюжета? Хрен вам. А Юрий Бетули с вами, МС Женюля Бабуля. И на самом деле, если вы подумали, что я такая вот веселая бабка, то вы ошибаетесь. Я, значит, стараюсь, последние соки из себя выдавливаю. Понимаете, бабка как бы уже старая, я уже помереть могу вот в секунду просто. Но я все равно стараюсь, продолжаю записывать. А вы не смотрите мои ролики, не ставите лайки. Короче, я тут недавно iPhone отжала, скачала YouTube, зашла и начала смотреть видосики. И увидела, что все снимают какого-то нубика. И этот, прости господи, нубик набирает миллионы просмотров на каждом видео, миллионы. Понимаете, у этих нубиков есть деньги, пчелки, даже, возможно, бабульки, машины. А я старая, не бабулька, я живу на одну пенсию, еле как выживаю, а вы смотрите вот этих вот нубиков! Я, конечно, добрая бабулька и снимаю качественный контент, но мне нужны просмотры. Поэтому я решила, что я буду снимать нубика в Майнкрафте. Пи***ть, бабулька докатилась. Да-да-да, что вы хотели, я тоже хочу быть популярной, хочу, чтобы у меня было много денег, а меня никто не смотрит, поэтому единственный выход, либо подохнуть, либо снимать нубика. Я, конечно, понимаю, что я старая уже бабулька, что я не разбираюсь во всяких там новых ваших фишках, но нубик в Майнкрафте, это же полный пи***ц. Вот, значит, типичный представитель вот этих ваших нубиков, ну, нубик. Всем привет, дорогие друзья. Да-да-да-да-да, завари, значит, это типичный представитель этих ваших нубиков, ты опять появился. Я фикус мёд, у тебя не было мёдного куста. Господи, как вы это смотрите? Почему? Где ты взяла нубы, я вообще не понимаю. Вообще-то, относись ко мне уважительно! Я бабка, бабуля. Да, бабка, софиху, бабка, пойдём. Бабка, блин, старается, живёт на одну пенсию, понимаете? Я шарф этот, вот этот шарф, вот эти очки ношу уже 50 лет, понимаете? Они уже разваливаются. А вы смотрите вот этих нубиков, у них вообще всё отлично. Как вы их смотрите? Я не буду такое снимать! Нет, не хочу! Бабуля на такое не пойдёт. Так, сегодня мы будем высаживать мёртвые курсы. Ладно. Я хочу миллионы просмотров, я хочу много денег. Если вам нравится такая хуйня, то буду снимать хуйню. Ну давай, нубик, там, начинай. Смотри, бабуля! Член! Это не член! Ничего себе, вот этот член! Ты знаешь, как бабуся жарит? Член! Я флорист, в этот член мы будем садить мёртвые кусты. Так что давай, мы высадим немножечко мёртвые кусты. Слышишь, ты дебил, заткнись. Ты понимаешь, ты знаешь, сколько бабка за жизнь вообще видела вот этих вот ваших членов? О боже мой, это же Балди, у него есть линейка, безым, ёб твою мать! Это какая! Линейка у него едет, у тебя вообще, знаешь, у тебя вообще башка вообще твоя соображает, ты вообще про что-нибудь кроме писюнов вообще думать умеешь? Конечно, смотри, это за Гренни, безым, ёпты! Это смотри, это типа, это будет у меня много просмотров, да? Да, смотри, их можно колоть в ноги. Момо, прячь свои телеграммы, блядь! Так, подожди, нубик. Я всё понимаю. Ты, конечно, полный отсталый дебил просто, который ещё свет нахрен не видал, чтобы вы сдохли. Ну, я хочу много просмотров, поэтому... Именно такие собирают просмотры, если стоит, я научу. Да, поэтому давай. Что ты нужно делать? Короче, знаете, я объясняю, короче. Я нубик, да, я играю нубика. Но я, короче, не играю нубика, я полностью конченый просто. Пойдём, короче, смотри. А ты про, бабка про. Естественно, я про, ты вообще... Вот смотри, видится... Гроба, вот так вот. Лошади есть, лошади.
Вот ты должен профессионально подойти, когда тебе так вот просто-просто обсипать хвост лошади, потому что клеси, обсипываю хвост лошади, да, обсипываю. Блин, не могу это снимать, это просто, это... Это точно... Извините, это не видео. Кстати, тут хайповая тема. Всем привет, всем привет. А у меня точно будет много просмотров. Конечно, бабуля, снимай ты. Ой, мясо, бабуля, мне оно не надо, мне смёрт. Просто понимаешь? Ты меня понимаешь, Нубик? Я грабила банки. Я отправ... Правильно, бабуля, правильно. Ты правильно идёл, собирай мёртвые кусы. Давай. Ты послушай меня, белок. Ты понимаешь, я старалась, вкладывала душу. Рисковала своей жизнью. Чтобы получить просмотры. И чтобы меня все любили. А меня просто вот так вот, никто не любит и никто не смотрит, а тебя смотрят. Смотри, опять мёртвый член. Это же мёртвый член, бабуля. А это, короче, это объёмный член, это впуклый член, это, короче, мёртвый член. Но тут много писек. Правильно мне бабка на лавочке говорила, что вот-вот нынешнее поколение какое пошло, дебилы, наркоманы, вот я... Я, кажется, теперь начала её понимать. Нет, подожди, там же Балди, мой Гурени, без им, ёпта, без им. Они ещё там, быстрей. Они опасны. Я буду звездой, бабуля, мне надо бабуля. Так ты же уже звезда, ты понимаешь, это я не звезда. А да, хорошо. Пока что я только пи***а, ну ещё не звезда. Короче, ребята, вы как бы, извините меня, я не знаю, может быть, меня и смотрят адекватные люди, я как бы бабуля не шарит, вот, но, тем не менее, я хочу сказать, что я вообще всех ебал в рот, и вообще мне самое главное, только просмотры и бабки, поэтому, поэтому ставьте ваши лайки, пишите, как вам нравится Нубик, если вам нравится Нубик, то бабуля дальше будет снимать. И будет хайпить, и бабосы будут сыпаться с небес. Да, Нубик? Да, мы вообще будем богаты. Вот. Кажется, я нашла свой путь к успеху. Вот твой путь к успеху, это я. Пойдем строить мёртвый член и пугаться от мумой, когда я не понимаю. Пойдем. Хе-хе-хе, вот это жизнь, это я понимаю. Thank you.